Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами разберем, как снова поместить языковую панель вот сюда, в область уведомлений. То есть, ну, очень часто бывает, что она может пропасть. То есть, ну, по каким-то причинам, там, не будем их разбирать, но она может просто пропасть и стать невидимой. Ну, смотрим, нигде ее нету. То есть, казалось бы, что делать? В общем, все достаточно просто. Нам нужно перейти по такому пути. Windows 7. Пуск. Панель управления. Часы, язык и регионы. Ну, еще иногда у вас может быть здесь такое вот быть расположение. То есть то же самое, просто что сделано значками. То есть здесь в данном случае будет язык и региональные стандарты. Но вы лучше перейдите в категории, так оно более наглядно, лучше видно скомпоновано. Итак, переходим. Часы, язык и регион. Далее нам нужен язык и региональные стандарты. Так, вот мы перешли в меню работы с языком или языками. Так, здесь нам нужна вкладка языки и клавиатуры. Изменить клавиатуру. То есть, ну, во-первых, здесь можно добавить любой язык, чтобы печатать, как, допустим, часто бывает, там, белорусский язык, украинский, здесь можно добавить, чтобы можно было печатать, переходить с одного на другой язык. Так, значит, дальше переходим в языковую панель. Ну, в моем случае, как видим, она просто-напросто скрыта. То есть языковая панель для смены языка, она просто скрыта. Так, значит, мне нужно сделать вот как закреплена панель задач. Переставляю на это значение. Жму «Применить». И, видим, появляется языковая панель здесь. Так, значит, также здесь еще можно сделать, чтобы она была прозрачна, когда не активна. Также дополнительные значки, если кому-то нужно, можно попробовать, чтобы тоже отображались. То есть, если кому-то нужно, можем ставить, пробовать. Ну, в общем, это и все. Таким образом, если что-то случилось с языковой панелью, всегда нужно заходить сюда и смотреть, как обстоят дела здесь, вот именно в этом меню. Все, на этом все. Спасибо за внимание. Пока.